да, сына? Вот. В общем, мы ему желаем быстро набирать вес, расти здоровым, крепким и радовать родителей. Да? Скажи да. Да. Ну, поздравить хочу, конечно, Олега и Гизель. Это замечательное событие, это вообще счастье. Что у них прибавилось счастье, и чтобы еще прибавлялось, оно и прибавлялось. Ну, что я хочу пожелать в этот счастливый и радостный день, чтобы он, внук, рос хорошим мальчишкой, здоровым, красивым, чтобы был достойный защитник нашей Родины, чтобы все у него в жизни складывалось удачно и хорошо, чтобы он слушался родных своих, близких, маму, папу, бабушек, дедушек. И, в общем, всех благ ему земных в жизни, и чтобы он рос здоровым и крепким. Счастливы, и вообще пусть Русланчик не болеет, вообще не ругайтесь, пусть у вас все будет хорошо. Он вас не может никогда в жизни болеть. Да, Руслан не будет болеть. Антоша, скажи, ничего, мы его вылечим тогда. Антоша, скажи, помаши ручкой. Привет. Мы всегда будем с вами, и если что, звоните, и мы вам чем-нибудь поможем. Воспитывать будешь? Будешь теперь самый старший брат, да? А он у тебя будет младший. Плакал больше никогда, да?
Пусть всем будет хорошо. Здоровье самое главное, счастье. Ну и сестренку его в ближайшее время. Человеком стал. Да? Он что, не человек? Ну, чтобы настоящим человеком стал. Чтобы был добрый, послушный, да? Послушный обязательно. Нет, когда вырастет, хорошо, когда лет 20 будет. Чтобы ты ему пример хороший подавал. Это же не ему пожелание. Ну и что? Мы же два брата. Да, от тебя очень зависит, каким, да, он будет. Каким он будет. Как, какой вот ты пример будешь подавать, такой он и вырастет. На видео будет. Он красивее, чем сейчас. Да? Ну давайте, ребята. Ура, у всех на видео. Ура, ура, ура! Ура! Во сне такое. Mm-hmm. Ну что, улыбнулась вообще? We'll be right back.
свете. Я вас поздравляю.